С вами Алексей Ницца, и сегодня я расскажу, как быстро создать электронную книгу из ваших документов в Google Drive с помощью сервиса Liberio. Существует множество подобных сервисов, но Liberio отличается простотой и возможностью подключить облачные сервисы. Для начала необходимо войти с помощью своего аккаунта в Facebook. После входа можно подключить или отключить ваши облачные сервисы. При создании первой книги открывается окно, где можно выбрать источник. Помимо облачных сервисов, можно загрузить файл со своего компьютера. Выбрав нужный файл, я редактирую название, имя автора и описание, после чего добавляю заранее созданное изображение обложки, которое должно быть размером 1500 на 2000 пикселей. Также при необходимости можно посмотреть расширенные настройки будущей электронной книги. После того, как все готово, я нажимаю зеленую кнопку «Create», и электронная книга готова. Теперь можно ее опубликовать, чтобы она стала общедоступной, и я теперь могу отправить ее прямо на свое устройство, скачать или поделиться с помощью ссылки. Теперь открою созданную книгу в формате EPUB, скачав ее на свой компьютер. Как видим, все отображается корректно. Таким образом, с помощью Liberio можно быстро создать электронные книги из ваших документов в облачных хранилищах, а также поделиться ими с помощью ссылки или отправив себе на устройство. Теперь создавать электронные книги можно независимо от того, на каком компьютере вы работаете.